Очередной этап подготовки к муниципальному слету юных друзей полиции, который проводится в Щелкове ежегодно профильным комитетом администрации городского округа, прошел в детском центре «Лесная сказка». Со школьниками, приехавшими в микрорайон Чкаловский, в действующее здесь оздоровительно-образовательное учреждение дополнительного образования, тренировками по целому ряду дисциплин занимались преподаватели центра. На занятия прибыли ребята из 18 команд, образованных в школах округа. Они показывают то, как они умеют разбирать автоматы, то, как они умеют стрелять, то, насколько они умны в правовых моментах, викторине, то, как они умеют оказывать медицинскую помощь. Команды, сформированные для занятий и конкурсов, именуют себя почти что по-военному – отрядами. Такие занятия мальчишкам и девчонкам очень нравятся. Стрелять, ну, для жизни тоже пригодится. Вдруг там надо будет стрельнуть, там еще что-нибудь для попадания. Ну и вообще глаз это тренирует, по сути. Научили нас очень многому. Нас научили, как правильно помогать людям, то есть первая помощь. Как правильно накладывать жгут, как останавливать кровотечение и тому подобное. Ребята стремятся овладеть знаниями и навыками, чтобы при возникновении нестандартной ситуации как минимум не растеряться, суметь помочь попавшим в беду людям. И, конечно же, они все хотят на предстоящем слете набрать победные очки. Проведение муниципального слета юных друзей полиции запланировано на 16 ноября. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.